Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас, что происходит в Украине. Вот, покажу карту боевых действий на сегодняшний день и зачитаю сводку новостей. Так, ВСУ заявляет, россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении. Активно противодействуем. Сейчас я покажу на карте, где готовится наступление. Россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении. Однако ВСУ знает об этом и активно противодействует. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. На Луганском направлении элементом, который является Купянская, сейчас покажу, Купянск, вот здесь, Купянская, вот, вот здесь, на, так, в этом направлении готовят наступление, они готовят, россияне готовят контрнаступательную операцию, мы об этом знаем, мы отслеживаем их действия, активно этому противодействуем. Так, и теперь спикер восточной группировки войск подчеркнул, что ситуация сложная, но контролируемая. Она существенно отличается от ситуации на Авдеевском, Бахмутском направлениях, где россияне давно сосредоточили огромное количество своих сил и средств. Ежедневно проводят десятки штурмов, применяя все виды ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиацию, штурмовую, армейскую, ударные вертолеты К-52. А там, на Луганщине, они, скажем так, только... В общем, что-то хотят делать, но мы уже заранее знаем и все ему заранее противодействуем. Он также рассказал о влиянии погодных условий на боевые действия на Бахмутском и Авдеевских направлениях. Сейчас россияне стали штурмовать в основном малыми группами, особенно вагнеровцы. Ну да, я вчера сделал ролик, где сказал, что малыми группами, там от 5 до 10 человек, и пытается приблизиться, войти в ближний бой. Но это ночью. Они стараются ночью, когда ВСУ спят. Ну, уже и ВСУ научились как бы этой тактике и ликвидируют. В основном там бросают зэков и мобиков на убой. Так, первая танковая армия России построила оборону на участке 60 километров от Сватова. Так, где это многострадальное Сватово? Вот здесь. Сейчас там, да, танковая армия, она была разбита, теперь ее как бы восстановили. И вот, что здесь пишут. Российская 1-я гвардейская танковая армия развернула оборонительный рубеж 60 километров в районе Сватова Луганской области. Разведчики считают, что эта армия, считавшаяся она элитной армией в России, понесла тяжелые потери в начале большой войны против Украины, в том числе при поражении в Харьковской области в сентябре 2022 года. На сегодня эта армия частично усилена мобилизованными россиянами, хотя до сих пор имеется численность значительно ниже установленной, около 25 тысяч человек. Отмечается, что оккупанты завершили строительство почти непрерывной системы траншеи на протяжении 60 километров между Сватовой и государственной границей России. В общем, вот, в некоторых местах сейчас даже окапывается эта танковая армия, готовится к обороне, как бы, вот эта линия, здесь она уже приготовила, ждет наступления ВСУ. Так, поехали дальше. А вот конкретно этот, вся фамилия Сергей Гайдай заявляет, что россиянам придется скоро попрощаться со Сватовой и Кременной. Ну, видите, ВСУ планы, да, сейчас захватить, как бы освободить Сватову и Кременную, два основных этих вот центра. И они всеми силами стараются, уже я говорю, медленно, каждый день метр за метром, но пробивают эту линию обороны. Оккупанты уже откатываются к линии обороны в районе Старобельска. Сейчас покажу на карте. Вот. Уже говорят, что в основном уже и здесь оборона эшелонированная в районе Старобельска. Потому что в этом направлении как бы тяжело держать оборону россиянам. И они вот отходят. Российским войскам скоро придется прощаться с Сватовой и Кременной в Луганской области. Оккупанты это понимают, поэтому готовятся к следующей обороне в Старобельске. Об этом заявил глава Луганской области Сергей Гайдай. Сейчас вот как раз карта я вам покажу здесь. Что касается Сватово-Кременного направления, там оккупанты стянули большое количество сил и средств. Они пытаются как-то изменить ситуацию, остановить продвижение наших войск, говорит Гайдай. Вот Сватово, Кременная и Старобельск. Вот такой треугольник, типа. Здесь сейчас проходят все основные бои. Понимаете, вот вся борьба идет вот за это направление, говорю. А потом уже, если ВСУ пробьет эту Кременную, то и
Лисичанск, вот тут рубежно и дальше. Но сейчас, говорю, говорят, что уже и здесь вторая эшелонированная оборона у армии РФ уже, ну, укрепляет, потому что они не верят, что они здесь удержат ВСУ. По словам Гайдая, противник перебрасывает туда большое количество техники, везут все больше и больше резервов, стягивая из других частей. Надеемся, что у них ничего не получится, учитывая, что они в Старобельске, строя вторую линию обороны, как я вам говорил, я думаю, морально они уже понимают, что в ближайшем будущем с Ватово-Кременной им придется попрощаться. Но обычно, да, бывает, если уже оттягивают свои и другие подразделения сюда, вторую линию обороны, то значит, они решили попрощаться вот с этими двумя городами. В общем, вот потери армии РФ уже уменьшились, как бы сказать, уже зэков, наверное, поубивали там под Бахмутом, мобиков тоже уже поубивали, и вот теперь 340 только, 93 080 человек, танков 2937, БМП, БТР 5911, так, беспилотники плюс 2, самолеты, вертолеты, все на месте стоят. В общем, сейчас еще вот многие хотят, не хотят, вернее, воевать, хотят убежать, вернее, дезертировать. И 600 мобилизованных из Тюмени подняли новый бунт против командования. Волнения вспыхнули в лагере на границе с Украиной. Российские мобики требуют поднять, то есть выплатить им деньги, им не платят вообще. Вот людей набрали, вот видите, стоят мобики, а им не платят, в месяц должны 195 тысяч рублей платить, и ни черта не платят. Так, они подняли новый бунт, потребовав выплаты зарплат, обеспечения питания и экипировкой. Этот отряд уже из почти 600 мобиков из Тюмени полтора месяца живет недалеко от границы с Украиной, Брянской области. Так, они вот, да, требуют, чтобы Путин вот обещал, лично Путин, что будут выплаты. Мобилизованные недовольны отсутствием продовольственных пайков, теплой одежды, медицинского обеспечения, а также необходимостью жить на улице. Представляете, их бросили в такие условия, когда на снег, мороз, где-то на улице там ночуют. Как можно на улице в такие холода уже, морозы спать, не знаю, где их там бросили, в общем, чтобы они там замерзли, наверное. Чтобы усмирить бунт, российские офицеры решили провести переговоры с тремя представителями мобилизованного батальона. Командиры гарантировали мобикам зарплату, пищевые пайки и скорое возвращение в Тюмень. Надурят, как всегда. Однако офицеры обманули мунтующих солдат. В украинской разведке стало известно, что между 10 и 15 декабря мобиков должны отправить на убой в район Бахмута. Их передадут в подчинение вагнеровцам. В общем, эти мобики, кто подняли бунт, будет утилизирован, я покажу где. Вот, многострадальный Бахмут, а здесь вагнеровцы с автоматами у них, армия, ЧВК Вагнер. Мобиков бросят на убой, будут бросать каждую ночь по 5, по 10. А вагнеровцы будут с автоматами, их если побегут назад, расстреливать в спину, в общем. За то, что они бунтовали, им подписали себе смертный приговор. В России загранотряды действуют сейчас в армии 100%, и они вот таких мобиков, которые выступают против Путина, бросают на переднюю линию, и там их как мясо уничтожают. Так что не повезло этим мужикам. Ну вот еще не повезло, извиняюсь, одному парню молодому. Сейчас покажу на фотографии. Вот он. Тоже пошел воевать из Гомеля. Он выехал на танке «Нона» с обознавательным знаком ДВ. Российский десантник штурмовал Киев из Белоруссии. Был ликвидирован в ВСУ. Так, это по фамилии Денис Манилюк. Это 21-летний ефрейтор, он погиб 14 марта, оказывается, 22 года в селе Лубянка. Ну это да, когда на Киев сразу армия РФ стартовала с стороны Белоруссии, танковые эти бригады, БМП, БТР, их там расстреляли сразу. И вот он погиб в селе, около селя Лубянка, Бучинского района Киевской области. А в ноябре о нем выпустили пропагандистский фильм с участием родителей погибшего. Вон, родители вот держат его фотографию. Так, также в конце ноября на фасаде школы в селе Крученная Балка, где учился парень, открыли мемориальную доску. А мать рассказывает в этом фильме. Им тоже ничего никто не говорил. Они готовились еще до этого в Беларусь.
Говорили, что на учения пойдут. Всех обдурили. Говорит, да, будет учение, всех на учения, а потом бросили на Киев туда, на убой. Еще недели три собрали все вещи и в Беларусь отправили. 26 числа он позвонил с Беларуси, сказал, сейчас ждем до заправки, уезжаем на Киев. Первый раз он сказал, здесь просто ад. Им сказали, что их, наверное, наградят посмертно, да. Денис действительно получил награду, орден мужества посмертно. Вот парень на фотографии, вот его фамилия, вот берет. Он погиб, говорю, в первые дни войны, теперь сделали фильм. И вот родственники стоят, видите, гроб его привезли и хоронят. Так что, видите, молодые парни, 21 год, обманом заманили, сказали, вы на учения, а какие там учения, где учения, не ясно. И прямо на Киев, на эти автобаны, а там хаймерсами их расстреляли в СУ, и все, они все погибли. В общем, трагедия в семье, видите. Такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.